мы здесь делаем? Да. Так, никто не двигается. Мы познакомились на вечеринке и потом начали вместе больше общаться, больше проводить время вместе, ездить на выходные совместно, и так все произошло. Последние 10 дней в Нью-Йорке после Калифорнии мы провели также вместе, где он мне сделал предложение на Бруклин-Бридж. Там был закат, было все очень красиво, все это колено,